Сережа командует туда подъезжать. Место уже забил нам под стояночку. Класс. Молодчага. Привет. Опа, так. Опа, парканула. Привет, Сережка, ну как ты? Нормально. Нормально, ну что, готов? Конечно. А где жип твой спрятал? А фига себе, вон он, заперли его. Так, сейчас перегружаемся, да? Я-то оттуда выйду точно, не сможешь тебе беспокоиться. Ну все, потихонечку будем перегружаться? Конечно. Давай. Сейчас Сережа колесико накачаем его в жипчике, чтобы бензина поменьше тратить. А то, скажи, сволочи опять цены на бензин подняли, блин. Вообще на беде, паскуды такие. Ну, уже светать потихонечку начинает. Сейчас ломанемся. И прозрак есть, его оптим. А туда? Что там у нас? А, ну давай туда, давай где-нибудь тут кинем, туда пройдемся. Все, залазим в водичку, пошли. Ты что-то взял? Подвесник? Да. Грамм до 500, да? Да. То вот тоже хорошо. Ну. Да, его. Начало положено. Сейчас посмотрим, что там вот так. Вот такая щучка. Неплохая. О, попал. Четко попал туда, куда целился. Игорь, мимо таких сейчас две штуки прошли. Так ты не пропускай. Так я стрелял.
Вот. Еще одна щучка неплохая тоже. О, вот это, ребята, Пелингаз 55, 5 метров линя. Это цирк, сейчас покажу. 5 метров линя. Стрелял и попал в виногу. Виногу пробил, прострелил. Это очень похоже. Это чудеса какие-то, да? Это не виногу, это вьюн. Или вьюн. Гальюн, короче. Это вьюн, да, точно вьюн. А, дуреть. Как ты в него попал, не знаю. Да я сам не знаю. С 5 метров. Такую змейку. Одуреть. Леса, да? Да. Ну что, потихо поползем? Конечно. А? Вот такая охотка у нас с Сережкой получилась сегодня. Значит, у меня из добычи щучки, лещ такой неплохой один. И карась, как ни странно, карась откуда-то нарисовался такой, да тоже достаточно неплохой. Правда? Хороший. Хороший карасик. Неплохие щучки, да. А у меня вот зимняя что-то. Добыча вот такая. А у меня вот что, потому что надо ружье нормально там накачивать. Видно, иди сюда. Надо нормально накачивать ружье. Столько щуки. Сюда, сюда, подойди, Серый. Столько щуки упустил. Да, Серый упустил много щуки из-за того, что вот, не докачивал. Таких вот несколько штук точно упустил. Я одну такую подстрелил, но не хватило все равно мощи до конца ее пробить. Ну. Надо накачивать нормальное ружье. А я охотился с пелингасом 55 и, в принципе, и песня. Стой, Серый, а где ружье? Куда ты его засунул, там оно и торчит. Вон оно. Дошел. Вот. Сейчас. Подожди, ты разрядил свое, да? Да. А я охотился сегодня вот с такой вот ружбайкой. Пелингаз 55. Пневма вакуумная, хорошо сидит в руке, не скользит, красота. Поставил амортизаторчик вот такой, карабинчик, супер, то что надо. Даже в заряженном состоянии руку не тянет, бьет точно. Что еще нужно для хорошей охотки? Вот такой вот охотки, чтобы видеть вот такую вот рыбку. Ну, естественно, и побольше. Все лучше.
Ой. Опа, кепчук у меня есть. У меня майонез есть. Хлеб, кетчуп, майонез. Сейчас мы с Серегой очень вкусно пообедаем. Вот такие дела, ребята. Все, охота наша подошла к концу. Поплавали, протестировали пингаз 55-й. Хорошее ружье очень, я доволен. Вот, что еще? Рыбка есть, морозик. Вот, вот такая вот охотка. Все, всем удачки, здоровья, крупной рыбы и чистой водички. Все, счастливо. До новых встреч.